Очевидцы сняли на видео амурского тигра с очень близкого расстояния. Люди ехали по лесной дороге и заметили хозяина тайги и закон автомобиля. Когда тигр понял, что затаиться за сугробом не получится, он вышел на открытое место и покрасовался перед камерой. И наблюдатели, и полосатый хищник повели себя спокойно. По словам специалистов, увидеть амурского тигра настолько близко – это большая удача, потому что зверь ведет себя очень скрытно, а в поведении хищника нет ничего необычного. При появлении людей он часто замирает на месте и выжидает. Тигр, не имеющий врагов в дикой природе, он затаивается, делает так, чтобы его граждане или там люди не заметили. Либо он игнорирует просто их людей, ждет, пока они скроются.